dragi telespectatori, cred că deja v-ați obișnuit, cel puțin o dată în săptămână, vin în vizită la prietenii noștri magicieni. De data aceasta m-am gândit să întreb despre bani. Bună dimineața, Etane! Bună dimineața, Alex! Vreau să te întreb, cum magicienii își obțin banii? Aveți un salariu stabil sau îi obțineți prin metode magice? Ну, у волшебников редко бывает стабильная зарплата, так как волшебники все делают с помощью колдовства и магии. Греют руки. По-другому говорится, греют руки. Греть руки можно по-разному. Можно греть руки об камин, который у нас здесь есть. Вы чувствуете, да, тепло? Но иногда люди чувствуют тепло другого, от денег. Деньги прилечают нашу душу. Алекс, для того, чтобы заработать денег, нам необходимо несколько листков бумаги. Обычной белой бумаги. Ось пон мина свиткис реаль, да? Да, конечно. Обычная белая бумага. Вот у нас есть несколько листков белой бумаги. Мы ее сворачиваем, делаем движение, и мы зарабатываем деньги. Деньги. We'll be right back.